Привет, народ! Вы на канале Concord Cyber Team, и с вами Лёшка Стич. Этим видео я открываю серию гайдов по новоиспечённой игре Apex Legends. Погнали! И сегодня я представляю вашему вниманию пока что единственного хиллера в игре, который приносит просто нереальную пользу всей своей команде. Встречайте Lifeline! Пассивная способность Lifeline – щит спасителя, которая позволяет ей использовать все расходуемые предметы в игре на 25% быстрее. Также она гораздо более шустро поднимает своих товарищей, ограждая их от всех угроз своим маленьким барьером. А сейчас мы сравним скорость использования всех расходуемых предметов у Lifeline и другого персонажа. Большая аптечка может отхилить вам полную шкалу здоровья за один раз, но, к сожалению, у нее слишком долгое время использования. Хотя Lifeline это не сильно волнует. Броня, которую вы находите на карте, защищает вас от пуль гораздо лучше, чем ваш родной ХП. Зарядить ее можно при помощи ячейки щита или аккумулятора щита. И если аккумулятор щита и требует времени, то ячейки щита Lifeline щелкает как семечки. Если вам посчастливилось найти набор Феникса, который полностью восстанавливает вам и шкалу щита, и полоску здоровья, в полуфинальной битвы вы можете не успеть его использовать. Хотя Lifeline тратит с него примерно столько же времени, сколько требуется для использования большой аптечки. Спецускоритель добавляет 25% к заряду вашей финальной способности, и его более быстрое использование – неплохая плюшка в игре. А теперь посмотрите, насколько быстрее Lifeline поднимает своего павшего союзника. Плюс, ее щит не имеет ограничения в прочности, а это может сыграть очень важную роль в самой серьезной баталии. Тактическое умение Lifeline – лечащий дрон Док, который восстанавливает ХП вам и вашим союзникам, когда вы находитесь рядом с ним. Плюс, если вы задержались в зоне, он поможет вам пережить эти неприятные моменты. Спецумением маленького доктора является призыв аирдропа с припасами, в котором вам может попасться броня, модули, прицелы и даже аптечки. Но помните, в этих аирдропах не падает легендарное оружие, так что не стоит его ждать. Подведем итоги. Lifeline – это тот персонаж, который может не только постоять за себя, но и в тяжелом бою поддержать свою команду уникальными умениями. А ее пассивный навык позволяет ей поддерживать высокий уровень здоровья на протяжении всего боя. Всем спасибо за внимание, с вами был Лёшка Стич, увидимся в следующих видео, пока!